Уважаемые дамы, поздравляем вас с наступающим 8 марта. Именно сегодня активисты общественного движения «Украинский выбор» сегодня посещают магазины, супермаркеты города Киева и Киевской области для выявления некачественной просроченной продукции. Сейчас мы с вами находимся на Петропавловской улице возле магазина супермаркета «Била». Наши активисты провели уже закупку товара здесь. На закупку. Смотрите, что мы получаем. Общий чек у нас вышел на 700 гривен практически. Вот вы можете... Это на 600 гривен. 600 с копейками. Было выявлено массу некачественных товаров. Приблизительно. Сыры. Срок годности вжиты до 07.03. Все. Но по времени, да, уже просрочен он. То есть до 10. Вот сыр. До 28.02. Вот, видите, до 28. То есть ему уже сколько? Вы сами понимаете, больше как недели вы должны были съесть. Тут до 25.02, это 2013 года. Килограмм сыра 269 гривен. Это не дешевый сыр. Этот сыр 189, ну то есть, вы видите. Количество сыров, можете посмотреть, довольно-таки большое. Месяц, Андрей. Вот, рыба до 01.01.2013. Это дата производства, да. Срок годности этой рыбы месяц. То есть уже... То есть вы можете туда ознакомиться, вот оно идет. 30 дип. Оно не видно, да? Видно. 30 дип. 01.01, то есть... Уже месяц, больше месяца просрочки. Дальше, мясо. Самый сейчас покупаемый товар на праздник. Личная фасовка. Личная фасовка супермаркета «Била». Можете обратить внимание, что было упаковано 06.03.2013 в 10.47. Срок годности до 07.03.2013 в 11 часов уже вышел. Уже как 2 часа это мясо является просроченным, и оно продолжает лежать на полках. То есть больше никакого. Чипсы. Довольно-таки очень дорогая марка чипсов. Можете обратить внимание. Срок годности... Мы видим, что 02.03.2013. Дата производства, дата конечной. Угу. Сегодня, напоминаю, уже 07.03.2013. Особую цель мы не ставили по нахождению огромного количества некачественной продукции, а ставила цель найти и предупредить администрацию магазина. Так как это их прямое задание, потому мы всего лишь помогаем в данном случае. Сейчас мы идем... Для того, чтобы менять этот просроченный товар, делать возврат и получать акты списания этого товара, то, что этот товар больше не появится на полках этого супермаркета. Ничего, просто написано запаковано 21.07, без состава, вообще непонятно, что это такое. Написано смолы с домашним. Любимый продукт наших украинцев, особенно молодежи, пиво «Слава Украине». Такая слава, что у нас выходит дата 18.07.2013, срок годности этого пива, сейчас я скажу. 180 лит, то бишь... 6 месяцев. Уже 2 с лишним месяца это просрочки. Вжиты до 28.02.2013 года. Скумбрия. Просрочка уже идет больше недели. Масло пуховское. До 21.02.2013. Уже просрочено больше месяца. Мороженая продукция, можно посмотреть целый ряд. Здесь у нас есть такие вот
небольшие. 9 жопы. 2019-40. Не больше 3 месяцев. То же самое, варенок энтузиазм. Полностью, если видите, целая бадья просроченная. Раз. Тоже просроченная. Два. Можно так каждую брать, в принципе. Просматривать. Да, ну тут все практически. Все, весь товар просрочен. Вообще неизвестно ни происхождение, какая дата, то есть ничего нету. А, есть. 27 версия. Срок хранения не больше 30 дней. Уже полгода. Гомилка гуляча фарширована. Дюймовочка. Идем дальше. Полгода просрочки, да? Сегодня 26 червня 2012. Это уже опять же полгода просрочки. У нас вот движочки. Опять же, видим полное полностью. Да, там даже по цвету ужас. Идем дальше. То же самое. Пирожки из Ильяса. 12 груня 2012 года. Срок хранения у нас здесь, опять же, сейчас скажу, не больше 3 месяцев. Просрочно. Идем дальше. У вас было найдено очень много просроченной продукции. Мы хотели бы получить просто объяснение, почему она находится. Продукция, вот эта продукция? Ваша магазина, да. Можете обратить. Слава Украине, давайте отсюда съем. Пиво, значит, 18.07.2012, срок хранения этого пива. Сколько у нас выходит здесь? 180 лит с даты выработки. Получается полгода. Пиво, сами уже понимаете, давно пришел в Украину. Интересно, возник вот это что? Солодец домашний. Смалец. Смалец. Так сначала. Да, я вбачаюсь. А скажіть, будь ласка, чому немає жодної етикетки? Який склад? Тому що це у нас смалець домашній, він так і є. Хорошо, скажіть, хоча б який, до скільки літ він може лежати? Упаковки. А сколько лет? Пройти можно, значит, срок годности у него, вы сами понимаете, это домашнее сало. Нет, ну мы понимаем, но срок годности должен быть. А это у нас есть. Почему по закону должно быть здесь 100%? Ну, если по закону, значит, ради вас. Нет, пожалуйста. Хорошо. Ну не только ради нас, а для всех покупателей. Значит, у нас 21-22 кінцевий термін реалізації, теж полмісяця просрочена маска. Вопрос возникає по рибі, по ковбасі. Наскільки ми розуміємо, це просто не товарний вид ковбаси. Чому? Якщо вона тече так, да? Значить, неправильно строк зрення. Правильно? Со мною согласен? Ні, ми просто першу зняли, там вона вся така. Вся повністю так ковбаса. И еще один из моментов, как мы можем посмотреть, колбаса должна проходить свешивание ежедневно, потому что она имеет процесс усушки. Если мы сейчас положим на лицо, она будет не соответствовать своему веру. Давайте попробуем. Ну, а что пробовать? Что мне, господи, рассказывать это все, ребята? Хорошо, идемте дальше. Стоп, идемте дальше. Чего вы уходите? Ну, потому что разберемся. Не, ну так подождите. Не, мы вам еще хотим показать. У вас еще вам полностью все лежит на этом. Видите, администрация магазина не очень хочет с нами общаться. Скажите, можно к вам обратиться? Видите, как у вас. Мы сейчас будем действовать немножко по-другому. Мы берем книгу жалоб. Смотрите, у нас... Нет, так там просто еще замороженная продукция у вас просроченная. Есть ваш. Хорошо. Замороженные продукты там точно нема. Там почему? Просто как бы покупатели. Нет, да там котлеты такого цвета, что им по полгода. Их даже вот брать. Вот именно. Брать страшно. Вся колбаса вся вот такая вот. А, книгу жалоб, если можно у вас? Пожалуйста, на второй этаж. На втором этаже находится. Скажите, почему объяснение можно получить? Почему просроченная продукция находится у вас на прилавке? Вы скажите, кто вы? Мы молодежное движение, общественное просто движение, украинский выбор, который занимается... Мы не права потребителя, да. Еще на секундочку, да. Мы еще вас не напрягаем, мы просто... Ну, сейчас разбираемся, что люди же у нас работают, что они дивляться, на что они дивляться. Мы сейчас просто разбираемся. Просто это же не один день, это уже... Да, ваш супермаркет наши активисты посещали на протяжении три раза. Скумбрия сколько. Смотрите, уже лежит, не держит, только она мы уже проводим, лежит. Как бы, профилактические рейды. Скажите, кто несет вообще за наказание за просроченную продукцию? Можно узнать? Ну, то, что начальство же, наверное, несе. А что, она, да? Она получила зарплату и ушла, понимаете? И начальство нет, то есть начальство отвечает за это? Как бы... Начальство. А директор, начальство где? Я тут директор, вы пока директор, в данный да? момент. А, вы, да? А, скажите, пожалуйста, есть ли стикеры, почему нету? Не описание. Мы просто взяли по одному товару. Это то, что мы нашли за 10 минут, находясь в вашем магазине.
Ну хорошо, что самое? Ну, идемте вам покажем. Да. Вот тут рядышком, просто через это. Значит, стикеровка, значит, не выйдет. Хорошо. А так, стики год. 3 месяца. Девочки наверняка ставили стикеровки, понимаете? Можно новые посмотреть? Получается, везде есть новости. Где-то есть свежий товар, а где-то нет. Получается, один ряд у нас свежий, другой нет. Вы постоянно разные вещи. Зачем выкидывать? Так что считать? Просрочно продукцию. Что читать? То, что вам надо спать, ложиться с вами в магазине, чи що? Це четвертий, це десятий. Видите, яка ситуація? По піву, понятно, нам показали просрочки. Скільки просрочки? Вчора було більше товарів. Ми справимося. Скажіть, можна? Ще один момент. Що я вам хочу показати, якщо у вас є 2 хвилинки, да? Вот у вас є колбаса. Смотрите, 06.02.2013 было упаковано и взвешено. Я честно не могу понять, какой здесь вес. Можно где-то свесить. Колбаса просто проходит процесс сушки. Ее нужно взвешивать по закону, через 6 дней есть задача. Скажите, а как вас зовут? Татьяна Викторовна, очень приятно, Михаил. Смотрите, мы к вам приезжаем через 2 недели. У вас есть 2 недели для того, чтобы исправиться, исправить ситуацию, которая есть в магазине. Через 2 недели мы приезжаем со СМИ, со всеми для полной проверки вашего магазина на некачественную работу. Я возьму пальчиком. Всего доброго, удачного вам дня. Спасибо. До свидания. Мы активисты общественного движения «Украинский выбор». Сегодня провели массовые рейды по городам Боярка, Вишнева, а также Киева, по окраинам Киева. Было проверено больше 15 магазинов. Во всех магазинах была найдена просроченная продукция, а также некачественный товар. Один из наших активистов так и остался в магазине в Киеве в связи с тем, что ему очень длительный период делали возврат нашего купленного товара, возврат денег. Поэтому в город Вишнёво и в город Боярка мы поехали уже вдвоем. Что было найдено? Найдено было массу просроченных товаров. Колбасы, сыры, просроченная рыба, мясо, спиртные напитки. Поэтому обращайте внимание на даты, сроки годности, на запах, цвет, на качество товара. Обращайте внимание на количество стикеров. Если вы нашли просроченный товар, не оставляйте их на полках. Вызывайте администрацию, отдавайте администратору, потому что другие люди могут не заметить, купить этот товар и отравиться и получить тяжелые последствия. После сегодняшней проверки, после сегодняшнего рейда по всем супермаркетам этих городов, мы пообещали всей администрации, что мы приедем сюда же, в эти города, через 2 недели. Услышали обещание о том, что они исправятся. Поэтому через 2 недели мы приедем и проверим, насколько они исправились. Как вы видели, что творится ужас в наших супермаркетах. И в преддверии 8 марта мы поздравляем еще раз всех женщин нашей страны Украины. Будьте счастливы, самое главное здоровье, здоровыми, цветите и процветайте. Внимательнее обращайте внимание на то, какой товар вы покупаете. С 8 марта вас. Да, с 8 марта вас.